Приветствую на канале Маф. Сегодня я вновь гуляю по метавселенной и на этот раз отправлюсь в пивоварню Heineken Silver. Здесь производится единственное в метавселенной виртуальное пиво. Как это возможно и зачем оно вообще нужно, вы узнаете в этом видео. Давайте наконец зайдем и все увидим. Итак, я нахожусь в Decentraland на координатах -125, -83. В описании видео также есть прямая ссылка на это место. На входе здесь встречает охранник и просит подтвердить свой возраст. Не только в России есть законы, которые регулируют продажу алкоголя несовершеннолетним. Видно, в метавселенной тоже. Дальше еще один NPC-персонаж. Говорит, что внутри меня уже ждут виртуальные друзья. Хорошо, что не вымышленные. Или это одно и то же. Ну, непонятно. Внутри вижу настоящий завод. Резервуары, трубы, сотрудники в одинаковой униформе. А по центру огромная голограмма банки Heineken Silver. Я подойду к ней поближе, но сначала интересно поговорить с этими ребятами. Они, как я понимаю, ведь и есть мои виртуальные друзья. Так, это просто швейцар, который приветствует. Пойдем дальше. Они даже не знают, что я настоящий Сатоши. Ага, понятно, рад знакомству. О, вот чувак в халате, значит, явно здоров. Вы похожи на мою бывшую целевую аудиторию. Давайте я вас угощу. Ну, давайте. Хорошо, что я не за рулем. Так, мне надели ведро на голову. А, это тест такой. Нужно оценить пиво. Банан, кокос, жареные, сено и немного фруктов. Кто тут еще есть? Рад тебя видеть, это значит, что наша маркетинговая стратегия сработала, говорит один из сотрудников. А вот это уже правда. Главная задача этого места – продвижение бренда. И Heineken со своей должной самоиронией этого не скрывает. Пространство предназначено, чтобы привлечь сюда новую аудиторию и поговорить с ней. Немного в иной форме, чем в социальной сети. Компания нашла такую возможность и воспользовалась ей, придумав оригинальную концепцию. Кстати, если вы тоже хотите создавать здание на виртуальной земле, то могу посоветовать агентство Maf Metaverse. Специалисты помогут переместить вашу компанию в метавселенную или найти там свою работу. В описании видео есть ссылка. А пока пойду дальше. Давайте заключим сделку. Ты уговоришь Илона Маска твитнуть про Heineken Silver, а я тебя поприветствую. До свидания. Ну ладно, в целом здесь каждый NPC-персонаж готов пошутить. Технологи будут рассказывать о том, что их напиток готовится с помощью миллионов пикселей, фильтруется сверхбыстрыми мегабайтами и проходит через самые лучшие брендмауры. А еще он сварен из хмеля с двоичным кодом, производится только из самых свежих пикселей, без солода, без хмеля, без дрожжей, без воды и даже без пива. А еще бесконечное количество каких-то бессмысленных кнопок, которые нажимаются просто чтобы нажиматься. То есть на самом деле это не совсем релиз какого-то нового продукта, это скорее постраничная насмешка над другими брендами. Heineken как бы намекает на абсурдность многих компаний, которые перебираются в метавселенную, не понимая сферу, их присутствие в виртуальности становится полностью бесполезным. Еще можно прочитать смысл этого перформанса так: ничто не заменит реальное пиво. Но версий может быть много. Напишите в комментариях, что вы думаете про пивоварню Heineken и как считаете, зачем брендам идти в метавселенную. А чтобы на нашем канале еще чаще выходили ролики с исследованием метавселенной, поддерживайте это видео лайком и подписывайтесь. До скорого!